Друзья, сегодня мы продолжаем играть в Ultimate Warrior, это наша уже вторая серия. О, вот наши слиточки, ребята, доготовились. Так, куда-то я захожу. Все, что мы ставили, можно так сказать, доготовилось. Итак, пилу, помните, делали? Помните. Я уверена, что вы у меня незабывчивы, и вы это помните. Значит, смотрите, для пилы, конечно же, нам понадобятся ресурсы. Ресурсы эти выглядят так. Давайте-ка посмотрим. 5 медных кирпичей и 2 медных лезвия. Ресурсы достаточно неплохие, но они у нас уже сделаны, так что нам нужно только их поставить. И вот у нас уже установлена циркулярная пила. Так, видите, она? Циркулярная пила, правильно. Циркулярная пила. Давайте-ка ее поставим, вот, к примеру, вот сюда, вот куда-нибудь, чтобы она нам тут сильно не мешала. Так. Ну, вот так, в общем, пусть стоит. И по почте пришло задание. Я вам его сейчас скажу. Вот, да, вы вроде как. Значит, вот оно. Берем его, нужно сделать 5 деревянных досок и принести, собственно, ему. Мы возьмем задание, потому что оно, в принципе, не трудное. Значит, деревянные доски делаются вот так вот. Мне нужно дерево. Сразу заправим силовым камнем и пойдем добывать деревца. Все, подобывала деревца, и тут мы ставим на распил 5 досок. Значит, все, задание скоро выполним. Посмотрим, что у нас еще по заданиям важное. А, кстати говоря, одно очко. Давайте лучше вот это вот. Ну, понадобится, да? Давайте так, задание. Мы в санитарный остров. А мебельчик я скоро выполню. Фермер, вот это вот интересно, делать малую катку. Археолог, поговорить с Петрой, опять с Петрой, это доставить. Так, ладно, давайте тогда попробуем сделать катку, а потом пойдем поговорим с Петрой. Значит, нужны какашки и нужны деревянные доски. Ну давайте, допустим, сделаем 2 малых катки. Это нам нужно 6 досок и 4 какахи. Ребят, я переименовала сундуки и поставила их много. Это будет дерево, это будет каменное, будет камень, тут будет съедобное, тут будет технология, тут животное. Тут, возможно, будет рыба, но пока у меня ее нет, значит, пока этот ящик мы трогать не будем. Последний сундук решил называть семена. Почему? Потому что семена у меня есть, а куда их ложить, пока не знаю. Все, выполнили задание на 3 медных лезвия, заработали 210 колды. Теперь я бы хотела продолжить сделать малую катку, но можно сделать пока 2, но я думаю, нам хватит. Значит, что теперь? Собирать урожай, то есть, как это работает? Мы ставим катку, куда же мы ее поставим? Не знаю пока что, ну давайте вот сюда вот одну, так, как выращивать там легко, наверное. И вот сюда вот вторую, вот, чтобы сильно не мешали. Затем мы берем семена, которые заранее я нашла, то есть, с того, вот, берем пшеницу, к примеру, и давайте возьмем еще хлопчатник. Смотрите, что времена охоты были, те иначе просто вы не то посеете. И вот это вот тоже посеем. Вот тут написано, сколько это все дело будет расти. 2 дня, 4 дня. Поэтому нужно дождаться, пока оно все порастет. Вот, и потом собрать урожай. Есть у меня также удобрение. Давайте удобрим, к примеру, вот это вот. И вот это вот удобрим. Давайте все так по 2 раза удобрим. Ну вот, еще раз, все. Все одобрение, которое было, мы потратили, больше нет. И смотрим. По доскам, в принципе, у меня задание почти выполнено, но мне нужны еще доски, потому что больше нет. Что там можем еще 2 поставить? Сколько это будет? 3-4 доски всего лишь. Нужна еще одна доска, но дерева нет, как видите, да? Печалька, печалька. Значит, же идти опять рубать. Ну хорошо, пойдем. Все, ребят, тут крафтится. Тут крафтится тари, у меня в инвентаре 2, все. Значит, получается, с этим мы закончили. Что у нас там по крафтам? Идет дальше по крафтам. Это все простой кожевный станок. Но я не думаю, что он нам сильно нужен, правда? Вот мост бы хотелось бы сделать как можно быстрее, потому что все-таки по мосту нам дадут кучу денег, а это одно. Деньги могли бы потратить с умом. Ребят, утром и голова лучше работает. Мы докрафтили досочки. Я, наверное, считаю, крафтится слитки, да. На самом деле я подумала, что почему бы они нам понадобятся потом в дальнейшем, так что пусть, ради бога, делаются, да. Все равно вскоре доделаются. Но мы пока можем отнести, сбегать в исследовательский центр, отнести доски. Это, наверное, будет важно. Потому что нам, по идее, дадут деньги. И взять еще какую-нибудь миссию. Давайте сейчас ее прям и возьмем. 15, иди задание. Кстати, волоконная ткань, не знаю, честно. 2 кресла из крепкого дерева, не знаю. 2 обеденных стола, не знаю. И 3 жерела с ракушками. Ну, как видите, мне пока ничего я пока тут сделать не могу, но, возможно, потом что-то возьмем. Мне опять дали задание, боже мой, ребят, столько заданий набрала, за это важно собирать 10 игл, ну, потом, отложим это на потом, да, отложить плохо, но сейчас у меня немного другие дела. Все, диски данных отдала, скоро они мне что-то там нахлебнут, и смотрим. Керамический сосуд, это все можно, вот видите, восстанавливать. Не знаю, вот это вот у меня все есть, надо посмотреть дома. Но, в принципе, восстановить можно, и не так уж все тут и тяжело восстанавливается, правда же?
Ребят, я решила подняться по такому вот склону. Вроде как там должна быть церковь, но мне на самом-то деле интересно там посмотреть, что там, и показать вам. Итак, наверху тут, правда, похоже, находится церковь, и ее можно с разных сторон обойти. Так вот, ну давайте зайдем, что там. В церкви никого нет, это странно, потому что должны же тут сидеть люди, видите, все пустое, но я нашла сундук и еще вот видите, столик, так что в сундуке вон тушеное яблоко, нормально. А, покупать разные такой вот штуковины за деньги и диски. Гляньте, ребят, такое яблочное дерево, я уверена, что если его потрусить, яблоки просто обязаны упасть и мы должны подобрать. Ребят, нам выпало 5 обычных и 1 ароматное яблоко, ну в принципе-то поймали уже хорошо. Все, это задание выполнило 150 голды. Ну, я думала, дадут больше, точнее. Ну, ладно, сколько дали, возможно, у людей не все хорошо с деньгами. Не будем придираться к этому моменту. Ребят, сундуки летят, я даже их ничего не с вами находится. Еще 2 ломтика сушеного яблока. Ну, не знаю, чтобы они насильно сейчас были нужны, такого нет, но еду собирать нужно. Ребят, пока все крафтится. Предлагаю вам идти выполнять задание «Зонты важны». Нужно убивать таких вот, как ежиков на парашютиках. Мы сейчас пойдем их поищем, надеюсь, найдем. Вон они, ребята, летают, вот эти вот как раз таки ежики. Они, в принципе, бывают 107-8 левела, но вот в перчатках их даже не так тяжело убить. Смотрите, как выпадает, уже одна иголка выпала, круто. Ребят, она дубачила кулаками на 5 иголок, там очень жесткие ежики, в общем, пришел их главарь, как начал меня дубасить, в общем. Нужно идти завтра, чтобы те ежики успокоились, чтобы у меня энергия восстановилась, потому что вот сейчас к ним вообще ногой не пойду, потому что опасные. Ребят, я решила все-таки сделать этот кожевный станок, он нам все равно когда-нибудь понадобится, так что пусть лучше будет. Значит, кусок мрамора и 2 бронзовых трубы. Да без проблем, кусок мрамора уже поставила, а 2 бронзовых трубы как раз на них и хватает. Все, готово, пусть сделается. Только что исследователи сказали мне, что что-то на дисках интересненькое, чертеж они мне вышлют через день, ну будем ждать, по крайней мере. Ребят, мы, как всегда, быстро все собираем, все. Кожевный станок у нас готов. Давайте теперь поставим его куда-нибудь, ну я думаю, вот сюда вот. Можно, да? Все, смотрите-ка, мы можем делать тут разные интересные вещи. Ну и, в принципе, достаточно полезные. Я взяла задание 2 емкости для воды. Легкое задание, денег дают много. Значит, емкость для воды, сейчас вам покажу, как делается. Делается она вот таким вот образом. То есть, не тяжело, но с другой стороны, нужно и найти такие ресурсы. Значит, дерево, понятно, дерево рубать, только рубать. Больше мне никуда не деться, потому что... Дерева капец как мало. А каменные вот эти вот штучки, мы их сейчас поставим тут делаться. Их можно делать очень много, и они делаются не тяжело. А единственное только что, так это то, что как раз таки мне даже печку затопить нечем. Ну, берем в руки топор, идем дубасить деревья. Все ресурсы поставила на емкость для воды, все ресурсы я поставила. Теперь идем убивать опять ежей, надеюсь, все будет нормально. Ребята, я нарубила 10 иголок, потом 5 у меня лежат еще дома, так что еще на запас осталось даже. Этот чудик с иглами дал мне крафт-ножом, силовой камень и 200 голды. Ребят, нам хватает ресурсов, чтобы скрафтить первую емкость для воды. Все, это мы сделали. И теперь давайте сразу поставим чертеж на вторую емкость для воды. А сколько нужно? 5 каменных кирпичей. Ну вот, ребят. Все, к нашему следующему приходу докрафтится, ребят. А на этом мы с вами закончим нашу серию. Почему? Потому что мы уже достаточно долго поиграли. Я уже устала, а тем более завтра у нас день рыбака. Нужно набраться сил для новой серии. Поэтому на сегодня все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, ребят.